И вот портрет Пабло Пикассо. И мы думали, что за ложка там, памятник? А вот его знаменитая ложка. И это вот портрет Пабло Пикассо. 24 мая сегодня. 8-й день путешествия. Вот мы уезжаем из Андорры. Национальная автобусная станция такая прикольная, прямо на речке. Сегодня уже пасмурно и довольно-таки свежо. Вот такой вот небольшой автовокзал, но очень удобно. И камеры хранения есть, и туалет, и вот покушать, и билеты купить, и даже книжек почитать на каталанском. Вот, едем мы, направляемся в Фигерас, или Фигерас. Хотим посетить театр, главный основной музей Сальвадора Дали. И туда нужно поехать через Барселону, вокзал Санс. Вот автобус наш вон стоит. В 11:15 отправляемся. 63 евро билет до Барселоны. Два билета до Барселоны, вокзала Санс. И оттуда будем на электричке уже ехать в Фигерас. Билеты в музей Сальвадора Дали взяли на завтра. Там все по времени, нужно брать заранее. 34 евро два билета. Завтра будем смотреть красоту. И вот сегодня покидаем это прекрасное место, Андорра ла Велья, окруженная горами. Сегодня всякие такие дымки в горах, речка. Здесь было классно. Едем в Фигерас. Так смешно, вот наконец-то мы приехали в Фигерас. Вилафант, это станция, тут 20 минут пешком до отеля. Вообще пустота, вообще ничего, и поезд, так смешно. В общем, добрались мы до Фигераса, идем в отель. Ну, в принципе, и все. Прикольно, идем в ресторанчик покушать в Фигерасе. Такой памятник никогда не видел. Ложка прямо через вот елку. Памятник ложки через елку. Ничем не примечательный городок, обычный одноэтажный такой городишко, как многие в Испании. Но отель очень достойный. Ну и, конечно же, главной достопримечательностью будет завтрашний музей Дали. Но эта ложка вообще бомбезная.